Взяли мы наш Запорожец, его руль перенесли на правую сторону. Когда стало неудобно, мы потом перенесли на другую сторону и педали тоже. Стали выпускать новые мобильники с фотоаппаратом и интернетом. А по нашей просьбе в них они добавили штопор и открывалку. Троллейбусе сегодня тете место уступила, говорит мамаше маленькая дочка. Только тетя отказалась, и тогда я села на свое место папе на колени. Наши верхние соседи очень сильно ошибались, когда мощность выбирали для теплого пола. В результате мы теперь имеем потолок теплый.